все, что он с тобой делал? О, господи, а здесь публичный мир, у вас это что, нормально психопатом быть? Нет, пожалуйста, только не господи, черт! Господи, что это было? Че твори про меня зовут царь Геонизей, просрал уже, просто срал уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme Банду. Самый лучший бот на YouTube, ведь, бро, придет время, и Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде. Самый лучший бот на YouTube, бандит. Это красиво, со мной видео снимает Настя. И Supreme Банда, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что сегодня мы снова отправимся в пуговичный мир, где люди ходят с пуговицами вместо глаз. И сегодня мы не просто так отправимся, мы отправимся туда, чтобы наконец-то уже спасти Настиного двойника. Как оказалось, в банды параллельной вселенной существует еще один пуговичный мир, в котором ходят злые двойники с пуговицами вместо глаз. Господи, это так было страшно. В первой серии они украли Настю и пришили ей пуговицы вместо глаз. А во второй серии банды я спас Настю, но я пожертвовал собой, потому что мне пришили тоже один глаз. И я был уже реально наполовину с пуговичного мира. К счастью, все раны зашили. И сегодня потом мы решили справиться в пуговичный мир и уже наконец-то реально спасти Настиного двойника. Потому что она нас очень сильно просила о том, чтобы мы ее спасли. Давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И Supreme Банда, если на это видео будет 10 тысяч лайков, то мы снова отправимся в пуговичный мир. И возможно, раз и навсегда уничтожим моего злого двойника. Чтобы больше никто никогда не попадал туда. Если попадал, то больше там никогда не оставался. Потому что всем там заправляет мой злой двойник банда. Тем не менее, банда, портал работает только в 3 часа ночи. И мы идем 3:00 и отправляемся в пуговичный мир. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, потому что мы уже начинаем телепортироваться в пуговичный мир. Окей, Настя, давай, ты первый отправляйся в пуговичный мир. Заклинание ты знаешь. 3 раза пуговичный мир, скажи, входи. После того, как Настя скажет заклинание, по идее, мы должны уже выйти с другой стороны. Давай, Настя, ты первая, входи. Ой, черт, окей, Настя пошла. Теперь моя очередь, Supreme Банда. Пуговичный мир, пуговичный мир, пуговичный мир. Что ж, окей, ты уже здесь. Окей, тогда давай дальше идем в эту комнату. А черт, банда, по идее, мы уже после этой комнаты должны выйти в пуговичном мире. Это просто жесть. О, господи! О, черт, Настя, мы уже в пуговичном мире, ты это видишь? Ой, о, господи, мы снова здесь. Фух, банда, у нас все-таки получилось, мы снова телепортировались в пуговичный мир. Теперь осталось только одно. Где нам найти Настиного двойника, только с пуговицей вместо глаз? Может быть ловушка, стой! Окей, банда, это просто жесть, там кто-то реально плачет. А что если это твой двойник, Настя? Нужно пойти и проверить. Я тоже так думаю, окей, я пошел. О, господи, там реально кого-то слышу, Настя, ты это слышишь? Черт! Эй, кто здесь? Эй, кто-нибудь, Настя, ты слышишь? Это реально очень сильно похоже на тебя. О, господи, эй. Черт. Эй, Настя, с пуговичного мира, привет. Эй, ты меня слышишь, Настя? Господи, это ты. Да, я вернулся за тобой. Ты вернулся. Настя, ты это видишь? О боже, Сережа, это же она, мы ее сразу нашли, но почему она связана, что с ней? Я сам не знаю, да, реально, что с тобой? Черт, что случилось, почему ты связана? Он меня связал, чтобы я не убежала. О, господи, это просто жесть. О, черт, мы пришли, чтобы тебя спасти уже, наконец-то. Я знаю, нас долго не было, но мы уже здесь. Боже, наконец-то, я тебя очень ждала, давай быстрее. Да, сейчас я тебя развяжу. Окей, Настя, держи камеру. Окей, давай, руки, я тебя быстрее развяжу. Черт, Настя, стой на шухере, чтобы он не пришел. А если он придет, у нас будет огромная проблема. Да, Сережа, я стою, его нигде не видно, хоть бы он не пришел. Давай, быстрее развязывай ее, я уже волнуюсь. Я пытаюсь, Настя. Окей, все, я тебя развязал. О, черт, давай, развязывай глаза. О, господи, черт, что он с тобой делал? О, господи, я все еще не могу привыкнуть, что у тебя пуговицы вместо глаз. Давайте скорее уйдем отсюда. Окей, да, давай, выходим. О, господи, это просто жесть. Это случайно твоя игрушка, то, что было у тебя раньше. О, это же мой мимимишка. О, как я за ним скучала. Окей, это хорошо, что мы забрали твоего мимимишку, или как ты там его называла раньше. Ты случайно не знаешь, как отсюда выбраться быстро? О, Сережа, зайди тебя. Что? О, господи, нет, это серега пуговичного мира. Черт, Настя, что делать? Я уже просто не знаю. О, господи, он все-таки нас нашел. Нужно скорее развязать мимимишку, он нам поможет. Черт, погоди, а почему у твоего медведя тоже завязанные глаза? Что происходит? О, черт, почему у него тоже пуговичные глаза? Что происходит, Настя? Мы тоже привязали пуговицы. Неужели он нас тоже видит? Конечно. О, господи, это просто жесть, а почему он связанный? Он что, живой? Давай я его подержу. О, господи. Настя, держи его, не упускай с виду, он может нам еще пригодиться. Хорошо. А черт, он реально нас видит или что? Господи. Посмотрите, у него реально вместо глаз пуговицы. Черт, окей, нужно что-то придумать. Эй, отпусти нас, это уже не смешно. О, господи, он реально какой-то ненормальный. Он что, нас там с фаброй закрыл? Если вы хотите развязать мимимишку, то у вас ничего не получится. О чем ты вообще? О чем ты вообще? Что ты говоришь? Я вижу глаза мимимишки, так же, как и он мои. То есть получается? Да, верно. Сережа тоже видит моими глазами. То есть он знает, что мы здесь, потому что он видит все то, что видишь ты. А ты видишь все, что видит он. Да. О, господи, давай я тебе помогу. Вы как-то слабо видите в своем мире. Окей, теперь, как я понимаю, можем просто-запросто отсюда уйти, потому что мы победили. О, честно, Supreme Банда, это реально круто. Так,
успокоится, наконец-то уйдем! На самом деле, вы первые, кто ушли из этого мира. Ты оставались здесь, я хочу отомстить Сереже. О, господи, ты такая злая! Я разделяю твой взгляд, я согласен с тобой, твоим отомстим! О, господи, банда, посмотрите! Это же он, черт! Что он делает? Посмотри, Настя, что он делает! Он что, отрезает тебе пуговицу? О, господи, какой-то ненормальный! Я вижу... Крыса и змея! И предательница, кто бы мог подумать! Мы все-таки вернулись под ее новые глупые! Отпусти нас, пожалуйста! Мы же ничего тебе плохого не сделаем! Можешь делать, что хочешь, убирайся с этого мира! Только мимимишку оставь! Нет, мы не отдадим тебе мимимишку! Ты тогда станешь всемогущим! Я этого не допущу! О, господи, что у них тут происходит? Это, слышите, банда? Это реально жесть, господи! У них прям тут настоящая война за этого медведя! Что с ним не так? А чё? Что это за медведь такой? Почему вы так сильно за него ссоритесь? Это сердце этого мира. Если его забрать, то мир пропадет. То есть, получается, если я заберу этого медведя к себе в мир, то этот мир полностью исчезнет и больше не будет пуговичных людей, а значит, не будет больше его. Раз вы не поймете, отдайте мне мимишку, вы уйдете целы. Я же просто сдохните. Если бы не ты, наш мир остался бы навсегда хороший. Слушай, этот мир никогда не будет прежним. Он навсегда испорчен изнутри. Я здесь не виноват. Вы сами этого хотели. Вы думали, что всю жизнь будете ходить такими хорошими? Почему ты такой ненормальный? В этом же мире все были хороши. Почему ты? Молчал, вообще молчал. Если бы не ты, ничего бы этого не было. Пискаря моя, отдай мне мимишку. И все будет хорошо. Просто отдай. Нет, Настя, держи. Медведя. Настя, держи его, отдай, не опускай. Его. Нет. Отстань, я. Настя, держи. Господи. Какой же ненормальный, это просто жесть, банда! Все будет хорошо, мы с глазами все вместе. Больше тебя никто не тронет. Я не знаю, что делать, мимимишка сердце этого мира. Если бы не он, все было бы хорошо, все были бы счастливы. Но как только он пришел, все стали плохие, все стало плохо. Господи, это просто жесть, и он уже ушел, что нам теперь делать? Может быть, тебя одержим сейчас глаза? Самое время, пока его нету. Может быть. Окей, тогда давай, только есть одна проблема. Ты не сможешь видеть, где он и где мимимишка, мы просто потеряем их из виду. А он также не сможет видеть, где ты. Окей, я согласен, давай отрежем. Хочу отрезать пуговицы, я уже не могу этого терпеть. Хорошо, это твой выбор. Окей, смотри, только терпи. Настя, снимай, даже не уворачивай камеру. Да я держу камеру. Там у тебя эти пуговицы. С самого рождения, нам их сразу же пришивают. О, господи. Ай! Черт, это просто жесть. О, господи, как больно. Ай, побери скорее. О, господи, отдай. Это просто жесть, вы преподавали, это не поверите. Кажется, у него нету глаз. О, господи, покажи на секунду. О, черт, банда, вы это видели. Ты не поверишь, но у тебя там просто впадины. Получается, у людей, которые родились в пуговичном мире, у них нету глаз. Настя, это просто жесть. О, боже, я это вижу, как так? Я не знаю, это реально страшно. А что, если бы у тебя были эти долго пуговичные глаза? Чтобы тогда было другое, у тебя не было глаз. О, боже, а вдруг? Окей, девочки, тихонько идем за мной. О, черт, он здесь. Какой же он псих, это просто жесть. Что он делает, Настя, ты это видишь? Что, чаепитие? Он пьет чай с этим медведем, господи. Настя, из пуговичного мира, у вас это что, нормально психопатом быть? О, черт, черт, Настя, давай быстрее будем проходить дальше, она сейчас может броситься. О, господи, банда, это просто жесть. Я не знаю, что делать, он реально какой-то ненормальный. Настя, идем скорее, идем в ту комнату, уходи туда. Окей, банда, это реально жестко выглядит, черт, мне прямо это уже не по себе. Рядом со мной две Настя, вы это видите? Окей, давайте бегом проходим. Окей, слушай сюда, вставайте обе сюда. Окей, обе Настя, слушайте сюда, у меня есть один план. Господи, Настя, как так? Она просто нас предала, ты это видишь? Это просто жесть, как она смогла? Я была не права. Прости меня, пожалуйста. Может, обсудим это за чашечкой чая? Мы же хотели ее спасти, супрепанна, это реально жесть. Она тупо предательница, она вернулась назад к нему. Разве она сама не говорила, что как им плохо? И сама вернулась к нему. О, она что-то говорит. Ты знаешь, что ты самый хороший. О, господи, она реально предательница, банда, я не знаю, что делать. А черт, банда, это просто жесть, я прям вся в шоке. Как так? Я сам не знаю, как так, Настя, ты реально же нас просто предала, вы это видели. О, господи, я прям не знаю, что делать. Черт, что она делает? Я это делаю, это... О, господи, если не враг тебя убьет, то ты сама себя убьешь. Есть, мой план сработал, Настя, ты это видишь? О, как так получилось, я сама не знаю. Я очень рада, что вы за меня вернулись. О, господи, это реально круто. Мы сами рады, что мы по тебе вернулись. У нас и тебя есть отличный мир, где ты можешь жить. О, господи, это просто жесть. Наши подставные глаза реально хорошо сработали, Настя. О, господи, что ты видишь? Посмотри. Это реально жесть. Что, супрембанда, теперь время вам узнать о моем плане.
Итак, нас план такой, смотри, ты, Настя, это что настоящее с моего мира, моя Настя. Ты оденешь пуговицы, мы тебе их приклеим как-то клеем и заберем у него как-то этого медведя. Ты должна будешь его как-то хмурить, не знаю, что придумать. Да, Настя, именно ты, потому что Настя испугает твоего мира плохо, ты разве этого не видишь? А ты должна будешь сыграть хорошую роль. Окей, тогда мы тебе сейчас пришиваем пуговицы, а ты, Настя, прячься за мной, чтобы он тебя не нашел. Окей, Супримбан, давайте подержим кулачки за Настю, надеюсь, у нее все получится. Окей, смотри, Настя, я пойду первый, ты ее приведешь сама. Пуговичный мир. О, господи, это просто жесть. Какой же он ненормальный. Черт, Настя, ты это видишь? О, господи, что он вообще делает? Черт, он отрезает себе пуговицы с рота. Что сейчас будет? Что я вижу? Ой, такие предсказуемые. Украть ведмедя, кто мог подумать? О, конечно, это тебе так страшно. Черт, как я мог так повестись? Ты уже, наверное, домой собрался, да, сладенький? А вам не кажется, что вы что-то забыли, нет? Да? Как так? Он же медведь! В смысле, как у него два медведя, Настя, что происходит? Не узнаете? Ни на что не похоже. Это и есть настоящий медведь. Ты не усекла один факт, ты не слишком глупый. Я подменил медведя, прежде чем садиться с ним пить этот гребаный никому не нужный чай. Черт, какие же вы глупые. А знаете, что я сделаю? Я сам здесь не останусь. Вы сдохнете вместе со мной, вы готовы? Ты не учел один факт, я тоже подменила медведей, пока они не пришли. Что? В смысле? Как? Что? Вы меня просто надули? Это невозможно, как? Нет! У меня же был настоящий медведь, я же проверял рано, вот здесь! О, господи, какой же он ненормальный, это просто же, это Примбан! О, господи! Где вы оба? Настя, пуговичный мир, и моя Настя, ты же не знаете меня! Окей, пуговичный мир! Вы будете здесь вместе со мной! Быстрее, идем! Нет, пожалуйста, только не стой! О, господи, черт, я прошу! Я нас с тобой не стоит, будем! Господи, что это было, черт! Моя Настя здесь? Да! Пуговичный мир здесь? Черт, окей, тогда выходим. Что ж? Черт. О, господи, нет. Мы телепортулись назад, Настя. О, господи, я вижу. В смысле, ты что, не Настя? Ну, вообще-то я здесь. О, господи, что случилось? Ко мне вернулось зрение. Я еще никогда не видела четко, как сейчас. О, господи. Все раны в пуговичном мире пропадают. А просто жесть. Давай, медведя. Я подержу. Что ж, тогда хорошо. Держи камеру, сейчас я принесу зеркало. Окей, вот зеркало. Я ставлю его сюда. Окей, слушай, тебе нужно будет произнести заклинание. Зеркальный мир, прерви покой. Что ж, окей, я в тебя верю. Давай, Настя, с пуговичного мира ты сможешь. Там как раз нужен новый хозяин. О, черт, ладно, давай, говори. Зеркальный мир. О, господи. Хоть бы она все правильно сказала. Да, чтобы нужен, если телепортнулась в нормальный мир, а не в тот свой глупый мир. О, черт, Примбан, это реально жесть, я реально волнуюсь. О, господи, Настя, ее там нету, ты видишь? Она смогла. Она телепортнулась назад в свой зеркальный мир, это просто жесть. Окей, мы сделали нашу миссию, мы реально молодцы. Да, Примбан, у нас получилось, мы уничтожили пуговичный мир, вы это видели? Это же реально жесть. И также еще остался этот медведь пуговичного мира, это просто жесть. И знаете что, Банда, вы же слышали 10 тысяч слов, мы разрезаем этого медведя. И смотрим, что у него внутри. А я твою Банда, это прям настоящая жесть. Окей, привод комедии за прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. И просто знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть на чей видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик и все, в рот и уже мы в новом видео. Эй, бро, помни одно, оставайся такими шикарными. Пока!